Всем привет, ребята. С продолжением тюнинга, то есть уже я закончил этот тюнинг. Ребята, колесо отвалилось. Ну вот она. Машина вот такой вот у нее перед, вот такой двигатель. Я ее недавно из морозилки достал, вот она вся и... Вся и... Блин. Вот так вот. Если откроешь дверь, то откроется дверь. Ой, если откроешь дверь, то откроется колесо. Вот такая вот она. Уже колесо отваливается. Но оно тут все из пластилина, тем более замороженное. А как вы знаете, замороженный пластилин очень легко отпадает. Поэтому надо с ним быть аккуратнее. Не крутить. Но моделька чё? Скажу, она классная получилась. Но не знаю, не знаю. Заслуживает, мне кажется, лайка, так как все это из пластилина, из обычного, из которого лепят. Все это так сделано. Вот видите? Дверь вместе с колесом будет идти. Вот видите? Видите? Потому что оно тут соединено все. Вот, но колесо я прикрепил к двери. Гениально, блин. Ну, в принципе, то дверь, то еще что-то сказать. В принципе, так-то все нормально с ней. Так, если будет стоять, так она выглядит очень, да, классно. Как видите, я даже не дома. Ну, не у себя. Вот так вот. Все заслуживает лайка. И у меня вот эта вот решеточка. Главное аккуратно ее ставить. Вот так. О! Поймал. Вот так смотрится прикольно. Крыша помятая. Я пытался вообще как-то уничтожить полностью. Но вот сейчас она в таком классном виде. Потому что я не уничтожил. Можно было бы еще взять, если бы не крепление, блин. А можно было бы вот так его еще взять. Получается, если бы не крепление дверей. Но так можно было еще вот тут взять, но нет. Ну и всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока. Тут.